Доброго времени суток, с вами Дима, и мы продолжаем играть за аварию. Погнали! Так, что у нас вообще происходит? Все-таки у нас мир, да? Что нам дипломатия говорит? Так, вложить военный союз. Дженнигар, Брандерс, Сестан, Первый Рист. Всякая фигня, хочется на этом дружиться. Кастилия это хорошо должно было быть. Прям что-то так основательно посели опять отношения. Почему? Негативно 49. Состояние нейтральное, имеет слишком много дип отношений. Понятно все с ними. Условия требуют земель. А, ну уже можно 78 стал. Так, лемы. 2,8, 0,7, вот самое то, наверное. 9,5 нет. 0,9. 1,3. 1,3 мало. А 2,07. Одна здесь 0,7. И вторая 0,7. Не могу дать. Выбраться соперник Венгрия. А у нас что с соперниками? Ладно. Видеть войну. Австрия поддержит. Шведы не поддержат. У них долги. Великобритания опять тут достала уже, а? Так, тимуриды. Давайте самые ценные территории. 13, 7, 5, 8. Дальше Россия. Зачем я с Венгрией лучшие отношения? Не знаю. Просто так, наверное. Так, коалиция. Россия. Мне нужен кто-то против Богемии. Все никчемные, все не хотят со мной дружить. Ну, давайте с Францией просто получаем. Улучшить отношения, давайте. Пофигу. Мало ли они там передумают. Блин, только мы соперники. Да бло! Точно. Да. Я кому-то из этих давал проход. Ох-ох-ох. Так. Бранденбург. Да где это? Вот эта фигня. Это хочется нам жить. 4 земли раскиданы. Дженнигар. Бранденбург. Померания. Кстати... А нет, Померания тоже никто не подходит. Саксония, Аман, Систан, Пермь, нет. Национализм легенд, Хива, Монгола, нет. Ничто не подходит нам из этого.
Тренировка. Плюс мы, по-моему, армия. Еще одна армия, так, у нас. А, вот она идет еще, да-да-да. По восстанию, восстание среди. Стройкой не занимаемся. Все, теперь можем дать левым вот эту 0,7 лет. Все. По очкам мы тут прям ух как. Подождите, посмотрим. Далеко. Здесь мы взяли. Вот старый. А старый, наверное, административный буду все-таки брать. Можем вот торговый, конечно, взять. Не, ну это сильно уж будем. Давайте в развитие кинем. Будем развивать. Так, это у нас цена. Стоимость улучшения, это уровень развития. Так. А мода 30-ки не будем дать. На 20-ки что у нас есть? Брасов. Но это мы национализируем, да. Кыпшак. Военка. Давайте до десяток посмотрим что-нибудь. Десятка. Раз, два, три. Пока хватит. Не будет больше. Бенин, османы, как обычно. Сюда шпионскую сеть. Да. Суходынцы и прочее. Давай куда-нибудь. Вглубь отойдем. Так. Держава Айрат. Начальник лучшей помощи в Айратской завании стран против Магуистана Кен. Война именно начата. Держава Магуистана находится в следующем странном системе. Держава Айрат является защитником мира суннизма. Она обязательно станет защитным Магуистан. Пока. Мне нужен новый союзник. Систан где-то надо. Ну, это плюс, кстати, на нас что напасть, да, не могут. До какого года перемене 69-й? Тренировка. Так, систем. Дайте один брак, посмотрим, кто. Котов сначала. Династии. Луристан, систем, Ничинай Агар. Дайте систем. Что у вас там? 20, давайте. 17. Нет. Систем. И табак. Идем ограничения местным беспорядком. Сдвинуться мистицизм. Давайте сдвинемся мистицизм.
Отмена прохода Россия. Систан. Так. То есть товарищи кинули, да, получается. Да нет. Так, денежку берем. Я и забыл совсем. Ну, нормально, денег у нас. Что построить нам? 16. Торговля Тибрис. Сарикафа Нижний. Черван Азов. Все, больше ничего. Амол. Давайте здесь так посмотрим. Что наше, что не наше. Здесь Самарканд. Сари, да. Табриз, да, Ширван, да, Азов, да. Ну и все из того, что у нас есть здесь. Кстати, а это не наш. Киев. Склад и так построен. Здесь Нижний мы сделали, Казань делаем. Да. Шестой уровень строится. Так, можешь сделать вот эти. Так я не понял, че не вступились-то? Литовские сепаратисты, которые восстанут. Дракай, братцу. Тогда вот этих надо убрать. Национализация проявления скоро закончится. Так, вы Швеция, Литва, с вами все понятно. Османы, блин. Кто у вас союзники? Тевтоны. Значит, через тевтонов можно. Но это так. Шведы будут здесь. Это плохо. Но зато богемия будет здесь. Феррара. О, ну это круто, кстати, давайте тогда сюда будем создавать шпионскую сеть. Прекрасно. Пограничный конфликт, необходимо изменить проводимую политику. Хотите на вещи позитивно или... Там я как бы не пофигу. Так. Минск, давайте временно. Эдикт поставим. Так. 1.4, все же быстрее. Давайте, литовские, восставайте. Свои требования земель, да пофиг у них. Ага, ладно. Там больше 6 где-то было. Значит, 0.4 есть, да. Все. Заключение мира. Подсковывать будет вынужден передавать.
Что-то там, кому-то там. Так. Ха-ха-ха. Столько всего, короче. Пока, француз. Что у нас за задание, кстати? Венгрия, понятно, отменить. Создать шпионскую сеть. Айраты. Прекрасно. И сколько России надо? Еще 35, по-моему, да? Не знаю, тектоны нужны. Чего это не нужно? А, что я делаю-то? На них-то все равно надо через этих же. Ладно, вовремя понял свои ошибки. Не, эти мы не будем брать. Так, выбрать соперник. Нет законного наследника. Пять. Казань, Персия, Самарканд. Неподкупный смерть шпионом. Хорошо. Житомир. Подождите. Житомир. Ага, понял, надо, значит, этих выкармливать. О, прекрасно. Там, где примерно мы ждали. Полоцки. Тренируемся. Ага, на опережение своего сейчас сыграли. Вот сволочь, а. Все равно надо. Местные ополченцы. Профессионализм. На рекрутов давайте возьмем. Новый уровень. Хорошо. Так, миссионер, скоро замиссионерится. А, здесь когда у нас? 672. 69. Здесь. 73. Османы. Издевательство. Почему так? Все плохо. Сильно расширение. Много у них. Ух ты. Нифига, османы где? Нидерланды не хотят, кто не хочет. Налоги. Стрельнологи.
раунда. Так. На 160 000, да? Войска армии. Соперники России. Против России там уже и как бы одни можем пойти, да? Будет. Так, что мы можем взять? Абсолютная власть, годовое изменение абсолютизма, цель на жестокое время изменения автономии, стоим спины соперника. Для изменения автономии, может. Что у нас там двоечка? Ладно, идем дальше. Где у нас 102 потенциально у нас, да? Деятель умер. Да, ха-ха-ха. На 3. Министра здесь не можем взять. Здесь кто был бы министр? Вот этот. Здесь снижение инфляции. Придется вот это убрать. Что делать? Больше-то никак. Задание. Давать меру. Защитить против Урожар. Давайте Урожар, посмотрим, где находится. Урожар. Да. Кстати, надо, если у нас есть проход, нету. Перемирие у нас в 70-м с ними заканчивается. Ну, мы через Хиву начнем войну. Что тут, как бы, так. Тикня, можно сказать. Нуристан. Нуристан. Знаете, улучшать судьбу. Дождаться надо, ладно. Карака его еще остался. Блин, ну ладно, что получится. Заплачу на хилянте. Блин, еще через минус пошли. Давай, пока. А, ну да, вот все у нас выглядит. Так. Нуристан. Давай теперь, давайте. Могу теперь взять.
Васавин. Не можем, да. Стыд войны. А, кстати, какие у них требования? Эти многие дополнения, кстати. Можно. Давайте попробуем. Так, админка, да. Админку тоже. Так, да, вложить-то можем и тоже. Развитие. Так, сделаем. Военка там уже опять. Я думал, так все. Так. Так, Уристан. Все, пойди. Ханафитский поможем, да? Нет? Блин. Не-не, надо улучшать. Нет, чувак, я тебе сам предложу брак. Заключить тим брак. Так. Дальше. Минск. Так, Минск, Минск. Минск. Кто там еще входит? Мазыр и Ула. Мазыр, Ула. Да, без порядки, пусть сидит дальше. Так. Взять, повлияем еще на них. Повлиять на державу. Так, чтобы предложить надо. Задат не бывает слишком много. Отлично. Чтобы сделать, надо стать в одном военном союзе, показать отношения с людьми, должно быть. А поэтому, так как они внутри тимуридов гарантировали независимость. Так, хорошо, берем ханафитов. Дальше. И улучшаем отношения с ними. Так, чиновники Зими, что мы оставим? Зими получит 10, Улем получит 10. Лояльности, да, лучше Улем лояльность получает. Так, создать совет. Помощь, но это пока нам не надо ничего. Компонтольный друг. Ольденбург. Тевтонна, Литва, Аугсбург. Британия-то не страшная. Такая, так-то. Хива. Это или это, конечно, вот это. Ага. Айратов у нас на Уржар. Уже отзываем, отправляем
Космана. Так. Эфиопия, Кафа. Эфиопия. Так, на Богеме. Кстати, ула, да, сейчас обращаем. Сколько там? 1-0. Блин, ну не хочу я принимать. Так. Ну, мать, заменить войну. Раты, ратов. Кого нет? Получается. Просто нажму. Да. Давайте. Включим вот эти. Вот это вот. Они уже сюда не пройдут. Так. А здесь мы можем создать пехоту одну. Здесь, да, 40 тысяч, разделим пополам, да, второй командующий у нас будет, первый у нас кто тут, ух, Тумен, вот этот будет. Второй будет вот этот. Мы сюда. Мы сюда. Да, здесь станет. Здесь станет этот. Так. Давайте через 10 дней начнем. Все, начинаем объявить войну. Мы из-за того, что нарушение перемирия, понятно. Блин, сколько ждать? Получается, надо как у этих смотреть. Авария 70. Вот. Я деньги потратил. Обратно. Это отключаем. Да. Да, это все включено будет. Так, здесь шестой строим. Так, обратненько. Брест, Белч. Давай, тренируемся. Объявить войну. Да, осман вообще дикий. Так, Улистан, улучшение отношений. Россия 35. Да. Скучная серия. Ничего, скоро 69-й, потом можно решать. Пойдем на Великую Россию или не пойдем. Или сначала Пермь взять. Неверная политика правительства, стабильность или деньги. Стабильность или деньги.
сделаем. Так, 90 русских в Нижний Новгород. Давай. Нижний Новгород. Где еще? Ютуга, Галич, Калуга. Калуга где-то здесь. Вон она, Калуга. Это кто? Хамзин. Значит, Хамзина сюда ставим. Сюда освободившегося. Да. Ты иди в Калугу. Идет. Ну все, в клубе надо уже идти. Волынские. И Волынь. Ну, Волынь очень рано построить. А Воровны сможешь стать? Белч. Белч. Тогда Волынь не доставай. Здесь, наверное, тоже надо крепость строить. Ну ладно, Россия это уже все. Пока. Вот Осман. Казанские. Да, хорошо. Мистики сказатели, мистицизм и легализм. Вот тут, кстати, уже, я думаю, скатываться надо вот сюда. Нужна эффективность, попадать в мистицизм. Касимовские, казанские, Воронеж, Елец. Иди в сарай. Что построим? 324. Что налоги? 24, 20, 20. Так, Огненский, вставайте. Вас вставайте. Так, месяц. Декабрь. Литва. Тевтонский, кстати. А он. Тевтон. Еще это Осман, Литва. Готланд. Смотри, Готланд. Один, блин. Нормально так. Да. Еще я думаю этих настроить. Шебек. Шебек. Нафиг. Сколько у нас лимит? 25. Раз, два, три. И все. 140. Так, попалуйте, не умрете. Волынский, давайте, восставайте уже. Так, ты пришел. Тренируй. Муштрой, занимайся. Сто девяносто будет, так что да, вассалы их обнимут. И расширим за счет Тимурида.
что ли? Деньги они лишились. Ага, не лишились. 13, 14, 16. О, отлично. До развития. Там золото где? Хотя золото у нас одна. Это не хочется на нее все вкладывать. 29, давайте. Раз, два, раз, два, три. Так. Раз, раз, два, три. Так сделаем. Дальше. Девяносто шесть. Австрия. И, кстати, хорошо. Хорошо. Много всякой мелочи такой. Никому не нужно. Волынь наставай. Еще крепости пахать. Не, в Кубани здесь вот постараем дать еще крепость. Не, это Гумин, на что ты поставил. Там Асаран давай. Тренируй. Волынь, вставай уже. Так, Москва. Ограничие. Болото это. Ржев. Вот хорошая область. Ржев давайте возьмем. Так, идем сюда. Так, как раз пока дойдем. Так, наверное, тоже включен, да? Сейчас поставим что-то. Надо автоматически пока включать. Так, Россия хватит. Нас мало. Ну что мы будем у тебя? Черкасы. Или здесь? Это не можем. Ну, вот это. Пусть будет. Сразу выпустим. Создадим шпионскую сеть. Здесь. А второй пойдет в Улистан. Брать вассала его. Отлично. Отлично. Так.
Хорошо. Политики осма. Стадики. Так, как только слетает, сразу. Быстренько мы это сделаем. Заключение Союза Литва, Россия, пофиг, главное не первый. Что там Кастилья не передумала? Чуть-чуть не хватает. Сразу же. Ну, куда-нибудь сюда отойдешь все-таки. Стойте, как стоите. Ну, что? Погнали. Сюда, сюда, сколько у них войск? 6-13. Значит, мы идем сюда. Ну тут там было все понятно. Итак. Блин, здесь. Нет, здесь нормально все. Россия. Сюда. Идешь сюда. Вот здесь, думаю, нам уходит. Прям вынесем. Так, админка, админка. Что у нас тут? Тоже на 3 надо брать. Хотя дисциплину лучше возьмем. Дисциплина хорошо. Так, админочки. Ну что у нас здесь? Здесь шикарно все у нас. Тогда да, только на развитие кидать. Вынесли. Ну и обратно тогда. Сколько здесь стоит? 26 может. Ладно, сейчас разберемся. Так, здесь у нас будет 401. 401. Девятку отойди.
Вы тоже вверх отойдите. Предложение. У меня тоже к вам есть одно предложение. Не хотите стать честью Великой Валии? Я думаю, хотите. Думаю, прям мечтаете об этом. С того дня, как отсоединились от России. Так, чё по союзы стили я? Давай в этом билет до того, как я админку возьму. Средства в казну, заработать престиж. Так вот сделаем. Все. Замечательно. Что у нас там? Отлично. Национализируем. Станешь в Казани, наверное, да? Запрет на торговлю. Так, Стивия. Нажать войной. Угрожать войной. Угрожать войной. Угрожать войной. Да, вот так. Угрожать войной. Угрожать войной. Угрожать войной. Сволочи. Где мы такие? Неважно, я бы сказал. Что там по повстанцам? Что по миссионеру? Единица. Тренируйтесь. Бороться. Тренируйтесь. Так. Даже Австрия же теперь. Блин. Здесь они не поддержат. Они воюют же сейчас, да, по-моему. Да, Швейцария, Феррара, Виттенберг, Сиена. Тут когда? Тут когда? Сентябрь. Включаем. Так, вот так. Да, все. Это отключаем. Это отключаем. Где включено, что восстание погиб? Так, ты. Сюда. План этого. Вам Хамзин и Салир будет один. Салир. Здесь будет кто? Включено. Нет, сюда прям. Вот туда идет. Один. Второй идет. Сюда.
Ждем начала. Так, сейчас они соединятся. Отправлю, пока деньги есть на переподготовку. Блин, пести. Ой, в капу. Защита торговли, крым. Давайте. Торгуйте. О, нет. Аннексия. Ну, еще бы. Еще бы не аннексия. Можем объявлять, да? Без всяких проблем. Здесь мин пойдет. Мин я не хочу, поэтому берем так. Делаем вот так. После этого мы берем. Вот так. Вот так. И включаем, кстати, чтобы в следующие разы. Да ёлки. Но включалось автоматом. То я забуду. Так. Мин ступили. Ну ладно. Что это? Включаем всех тогда, ну, кроме вот этого. Тогда вы все идите там рядом. 20 сюда, 20 сюда. Солир идет тоже куда-нибудь сюда. Да. Тоже идете сюда. Там разберемся, что называется. 120, я думаю, пока сойдет. Остальное в резерве будет пусть находиться. Блин, там на нем. Ну ладно. Костеля не хотят. Так, вы 15. Дальше будет задать шпионскую сеть России. Ладно, стоит закончить на этом серию. Спасибо за внимание. Всем хорошего настроения. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх и пока-пока.